Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии будет интересный девайс. Это девайс от компании Huawei, вот такой вот замечательный планшет. Так как комплектация пока неизвестна и, собственно, самого комплекта телефона пока нет, я вам покажу в первом же видео, из каких элементов у нас состоит телефончик. Почему я сказал телефончик? Потому что он может быть и как телефон, и как планшет. Итак, поехали! В верхней части с левой стороны у нас здесь установлен датчик освещения. Механические клавиши, которые находятся вот на такой металлической пластинке. Клавиши относительно удобные, их приходится довольно сильно нажимать. Значит, клавиша домой, как со стандартно в Андроиде, а я скажу заранее, что здесь система Android. Значит, клавиша домой, клавиша меню и клавиша назад. С правой стороны, вот можно посмотреть, камера, клавиша вызова, клавиша отбоя и вот такой вот трекбол оптический. Если честно, я им не пользуюсь, потому что не совсем он удобный, а вернее он довольно чувствительный, поэтому им не очень удобно пользоваться. В нижней части вы можете видеть микрофончик, вот он микрофончик находится. Значит, экран у нас пластик, металлическая обводка вот эта. Ну что, дальше поехали. В верхней части клавиша включения телефона, так и хочется все время сказать, телефона. Ну да, собственно, телефона, планшета. Здесь у нас стандартный 3,5 мм вход для наушников, ну или же гарнитурки. С левой стороны вот у нас есть клавиша регулировки громкости, она довольно удобная. Снизу специальный порт для подключения док-станции. То есть есть док-станция, мы вот так вставляем в док-станцию, и у нас планшет превращается, ну так можно сказать, в медиаплеер. То есть можно выводить изображение на ТВ. Ну и как вы можете видеть, здесь есть microSD-карта памяти. Вот. С правой стороны, вот здесь вот у нас есть... как бы так повернуть, даже в камеру не влезает. Ну, собственно, и так видно. Микро-USB, гнездо для подключения питания. Ну и последнее, как вы можете видеть, по бокам вот один динамик и вот он второй динамик. То есть два динамика, стерео получается. Микрофона, вернее, динамика для разговора, соответственно, здесь нету. То есть вот эти два динамика будут как раз-таки для вывода речи. Переворачиваем назад. Тут такая очень маркая поверхность. Сколько я не пытаюсь ее стирать, но, как вы можете видеть, сильно на ней остаются следы. Вот. Значит, на задней поверхности у нас находится вот такая вот подставка. Две позиции. То есть можно поставить вот так. И можно поставить вот так. То есть тут где-то 60-45 градусов. Вот так и вот так. Ну и, собственно, вот здесь металлическая крышка, под которой находится аккумулятор и, собственно, сим-карта. С правой стороны вот здесь вот находится маленький стилус, вот такой вот стилус. Все, смотрим следующие видеофайлы. Всем пока!